Федеральный флаг в Москве у нас существует, он действует, он был рассмотрен на городской турне и является действующим документом. Почему появилась необходимость его актуализировать? Первое. Вышел новый строительный кодекс Российской Федерации, и сам смысл документа изменился не только по форме, но как и стал еще и по структуре. Главный смысл изменения следующий. Это чисто градостроительный документ. Здесь раньше был социальный, экономический, градостроительный документ, то сейчас с учетом объявления, да, социально-экономических стратегий, здесь остается составляющая в первую очередь именно градостроительный. Поэтому, не считая водной части, я лучше затрагиваю вопросы, связанные с развитием города. В основном это чертежи схемы и те разъяснительные таблицы, которые предлагаются. Какие основные задачи генерального плана? В первую очередь, генеральный план – это общественный документ нашего городского содружества, всех близких. Потому что, когда я буду говорить по правилам землепольной застройки, это хотя близкий документ, но будут другие совершенно цели. Что утверждается в генеральном плане? В основном в генеральном плане утверждается функциональное планирование территории города, разбитые на отдельные участки, и каждый участок, зафиксированный в генеральном плане, имеет индекс функционального назначения, плюс параметры, а сколько на этой территории может быть произведен общий объем строительства. Все другие параметры, которые раньше у нас были с вами в генеральном плане, такие как этажность, ландшафтные, да, процент, это все уходит в правила землепольной застройки, и генплан сугубо два вопроса, который дает крепостные показатели территории. Второе. Те структуры, те, которые делаются надолго, те, которые должны развиваться и которых срок реализации, что называется, не один год и не два года. В первую очередь, это транспортная составляющая. Но хочу сразу сказать, если в старых генпланах мы рассматривали непосредственно дороги конкретно, то сейчас по действующему федеральному кодексу мы рассматриваем не конкретную дорогу, а зону ее прохождения. Не трассировку, а именно где четвертое кольцо, где вертолетная аэрокарта, дублем того или иного направления. Вот это. То есть основные документы, соответственно, есть чертежи, которые выделяют и другие инфраструктурные объекты. Какая еще одна особенность нового генерального плана? Извините, я могу, может сказать, не совсем по законодательному, да? Но смысл в том, что законодательство по охране исторического наследия и по особо охраняемой территории, оно выше по статусу, чем генеральный план. И поэтому мы в нашем генеральном плане не исправляли и не трогали вопросы, которые связаны с этими двумя, да, направлениями. То есть в генплане они только наносятся как действующие документы, которые прошли другие рассмотрения, другие законодательные, да, обсуждения. То есть генплан дает просто характеристику того, что есть на сегодняшний день. Да, в городе Москве существуют какие-то охранные зоны. Да, к сожалению, у нас не все определены территории памятников, но все, которые определены, они все нанесены. И если в дальнейшем будут происходить изменения, они наверняка будут происходить изменения, потому что могут выявляться новые памятники. Да, прошло 40 лет, можно ставить памятник после строительства, можно ставить на охрану. Появляются новые. И при актуализации следующего генерального плана это все вносится. Единственное, у нас просьба есть следующее в этом вопросе. Актуализация у нас проходит практически раз в 8 лет. Конечно, это не может быть слишком тот длинный период, чтобы собирать то, что происходит каждый год. И, может быть, надо рассмотреть срок внесения дополнительных изменений, которые продолжают по жизни, не знаю, или ежегодно, или раз в 2 года, иначе мы будем очень сильно будем отставать от того, что происходит на территории. Это же касается и особо охраняемых природных территорий. Кроме того, было много определенных непониманий санитарно-защитными зонами, когда мы проходили публичное обсуждение. Опять же, мы наносим правду, мы наносим в генеральный план все санитарные зоны, которые действуют на сегодняшний день. И если она накрывает жилой микрорайон, она ему нанесена как есть. Другое дело, что в документе первоочередных мероприятий показывается специально условного назначения, что вы должны план реализации включить. Работы по ликвидации этой зоны. То есть сам материал для плана, это есть чертеж утверждаемый и есть,
которые дают информацию четко, будет рассматриваться, но всем тем, кто захочет работать в Москве. Теперь в отношении публичных слушаний. Публичные слушания проводились по Генеральному плану по всей территории Москвы. Я не буду долго на этом останавливаться, потому что все присутствующие участвовали в этих мероприятиях. Скажу одно, какие были главные замечания именно с точки зрения Генерального плана. В первую очередь они были связаны с транспортом. Жители отдельных районов не хотели сильных преобразований, связанных с транспортным строительством. В основном мы пошли на встречу в тех случаях, когда мы могли это сделать. Приведу примеры. Строгино. Жители выступали против моста, объединяющего Строгино и Юшино. Мост снят. Снят по одной простой причине, что в любом случае мы его уже эти годы не строили. И в данной ситуации это как бы вещь, которая может быть еще обсуждена и не раз. Точно так же, как снят мост через Кимпинское направление, потому что выступали жители или Любежного, есть жители, связанные с живущие в Тушино. Точно так же пересмотрено в Измайлово. Выход Измайловского шоссе на МКАД, но оно не совсем отменено. А там, условно, вам уточнение показано, что в том случае, если на МКАД будет строительство, оно может быть только подземное, не затрагивая зеленых насаждений, не затрагивая, соответственно, петровских ведутов. Это касается и к прохождению четвертого кольца между Нагайцевским затоном и Печатником. Это касается Братеева, а также некоторых моментов, связанных с историческим центром, например, на угловой там улице и ряде других, где тоже мы сделали эти исправления. Вторая группа замечаний, которая была связана именно с генеральным планом, это было пересмотрение зон стабилизации и зон реорганизации территории. Эта работа была очень серьезная. Потому что мы очень внимательно смотрели на замечания жителей. Жители лучше нас во многих случаях знают, что им не хватает на территории. И ситуация произошла такая. Те люди живут в нехорошем жилом фонде, будем говорить, да, не совсем в капитальном. Ну, например, в пятиэтажках, падает, да, не в зависимости к сносимым, а не от сносимым, они даже обращались с просьбой включить их в зону реорганизации. Потому что если это зона реорганизации, то мы имеем право разрабатывать проект планировки, мы имеем право делать внедрение на эту территорию. Жители же таких районов, например, как Гагаринский, 25-26, Раменки, ряд других районов, просили и говорили, дорогие товарищи, нам и без вас уже хорошо. Плотность у нас нормативная, объекты соцкультуры не хватает, и даже если будет резерв, как раз его достаточно только для того, чтобы комплексно сделать застройку наших районов. Мы здесь тоже пошли на встречу. Если сравнить те материалы, которые были вывешены на публичные слушания, те, которые представили вам, это довольно большая разница. Особенно мы поработали с точки зрения снижения параметров в историческом центре города. Если вы посмотрите, зона стабилизации увеличилась, резко увеличилась, и одновременно мы пошли по следующему принципу. Где нет принятых решений и где нет возражения от граждан, мы оставили так, как есть. Все остальное, весь остальный центр мы сделали по существующей высоте застройки. По существующей высоте застройки. Как пример, могу сказать, например, Крымская набережная от кафе Крымского до Лужников, вся территория между Комсомольским проспектом и Москвой рекой стала зоной стабилизации. Раньше, за исключением строительной выставки, где надо думать и придумать, что будет дальше. Все жилые кварталы остаются в неприкосновенности, я думаю, объясню, почему это не надо. Есть некоторые вопросы по некоторому сокращению территории особо охраняемых природных территорий в сравнении с теми, которые мы планировали, не существующих, а те, которые мы планировали. Значит, я прошу депутатов, просто просьба, если вы находите какие-то конкретные замечания, где вы считаете, мы не правы, мы с удовольствием посмотрим все эти места, потому что я думаю, никто из нас, ни мы, ни вы, не собираемся бороться с природным комплексом Москвы. Другое дело, что были некоторые включены территории, которые не являются природными. Они даются предложения к исключению. Например, участок асфальта еще к шоссе энтузиастов между, то есть кусок шоссе энтузиастов между Михалково и Измайлово был включен в природный комплекс. Но сама проезжая часть. Я думаю, что такие вещи вполне можно исправить. Потому что это не зеленые территории, а мы как бы мечтаем, да, о том, чего нельзя сделать, и даже не мечтаем, а просто была ошибка, допущенная в 90-е годы.